Сегодня днем иномарка влетела в торговый центр на улице Ленина. Машина протаранила стеклянную витрину и чудом не задела пешеходов и посетителей магазина. За рулем кроссовера была 65-летняя женщина. Хотим узнать, что случилось на самом деле. Может, какая-то неисправность в машине? Тут никто не виноват. Я корзинки тут, тележки собирал. И люди собирали из корзинок продукты, сумки. Слышу трески и разбитие стекол. Потом выхожу на улицу, машина въехала в сам магазин. Ладно, она сюда вот не въехала, она бы всех людей раздавила. Людей-то здесь много было. Но как-то повезло нам. Сотрудникам госавтоинспекции владелица кроссовера рассказала, что перепутала педали газа и тормоза. Из-за этого потеряла управление машиной. В результате столкновения повреждены стеклопакеты, коммуникации и конструкции внутри здания, облицовочная плитка на улице. На место аварии приехал автомобиль скорой, но помощь медиков никому не понадобилась. Известно, что стаж вождения женщины 13 лет. В момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности и трезва. Госавтоинспекция призывает автомобилистов к аккуратному вождению транспортными средствами, выбору безопасной скорости движения и дистанции.